Вчера ночью был жестоко убит детектив полиции. Ты виноват в его смерти! Напарник убитого детектив Фламберг заявил, что лично найдет убийцу и заставит его заплатить за содеянное. Ему не место в полиции. Это просто месть! Детектив Макс Фламберг обвиняется в превышении полномочий и временно отстранен от службы. Мы же вместе просмотрели все эти дела. Там ничего нет, Макс, ничего! Ты что, продолжаешь заниматься этим расследованием? Ты видишь там что-то не потому, что это есть на самом деле, а потому, что уже начал сходить с ума! Вы даже не представляете, во что вы ввязались, мистер Фламберг. Твое время вышло. Я пришел в этот мир, чтобы вершить правосудие. И когда я найду тебя, за все придется заплатить.